Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шоу Стрибум. Продолжаю с вами делиться очень вкусными, простыми рецептами приготовления хоть на завтрак, хоть на обед, хоть на ужин, хоть на праздник. Друзья, готовьте вместе со мной, мне очень приятно. Ну что, начинаем готовить? Погнали! Продолжаю вкусный сезон кабачков. Отрезаем все лишнее. И нарезаем кабачки толщиной где-то в 0,5 сантиметра. Кругляшками. Нам понадобится всего лишь 2 кабачка. Сегодня очень быстрый, легкий, вкусный рецепт. Кабачок хорошо перчим. Солим. Паприка сладкая, лепестковая. Сухой чеснок. Теперь укладываем кабачки специями вниз. Специи, которые остались на доске, отправляем на кабачок. Если мало, добавляем. Очень люблю чеснок, поэтому чеснока добавляю побольше. Чуть-чуть добавляю соевый соус. Это уже по желанию. Кто хочет, добавляет, кто хочет, нет. И добавляю буквально пару капель растительного масла. Вот и все, друзья. Отправляю в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов ровно 20 минут. Без всякой жарки, вкусно, ароматно. К любой каше, пюрешке, ну просто бомба. Обязательно попробуйте. Давайте попробуем. Очень оригинально, вкусно и просто. Ну что, друзья, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.